Профессиональные шеф-повара уже более 30 лет используют специальное устройство, температурный щуп, для идеального приготовления мяса. Такая возможность есть и в бытовых духовых шкафах Electrolux. Для приготовления мяса вам нужно сделать следующее. Возьмите температурный щуп, установите сенсор в центр продукта и установите разъем на фронтальной части духового шкафа. Установите температуру воздуха и режим. И установите степень готовности продукта. Когда продукт будет готов, духовка подаст звуковой сигнал и выключится. Новый ассортимент духовых шкафов Electrolux, произведенных и в Германии, и в Италии, получили абсолютно новую конструктивную платформу. Это увеличенный внутренний объем духового шкафа до 74 литров. Это позволяет нам готовить за один раз больше продуктов, при этом экономить время и электроэнергию, и готовить более крупногабаритные продукты, например, индейку. Новый конвекционный вентилятор Ultra Fan Plus стал значительно эффективней. Он изменил свою конструкцию и увеличился в полтора раза. Мы получили целый ряд преимуществ. Во-первых, цвет продукта стал гораздо более ровным по ширине всего противня. Особенно это важно, когда мы делаем выпечку. Мы можем готовить на трех уровнях одновременно. И наша духовка стала расходовать меньше электроэнергии благодаря более равномерному движению воздуха внутри. Все духовые шкафы Electrolux обладают нержавейкой с покрытием АФП, анти-фингерпринт или нет отпечатков пальцев. Специальная шлифовка и лак защищают нержавейку от внешнего воздействия, и она будет выглядеть новой очень-очень долго. Чтобы ее протереть, вам нужна всего лишь влажная салфетка, без всякой химии. Просто протрите загрязнение, и она будет чистая.